33 года назад на Чернобыльской атомной электростанции случилась авария. В ночь с 25 на 26 апреля прогремел взрыв. В ликвидации последствий катастрофы участвовали сотни тысяч человек, в их числе и люберчане. В памятный день они встретились на аллее памяти павших в локальных военных конфликтах. Жарко было очень. Ни одного дождя за весь месяц не было. Таким ликвидаторы помнят Чернобыль 1986 года. Три десятка лет назад их объединила страшная техногенная катастрофа. Теперь они ежегодно встречаются, чтобы вспомнить о тех трагических событиях. Сегодня в Люберцах живут около 300 ликвидаторов чернобыльской аварии. Владимир Трепшток – один из них. В небе над пылающим реактором он командовал авиацией. Ну, на авиацию очень большие задачи были возложены. 10 основных задач. Это замер уровня радиации над реактором 4 раза в сутки надо было делать. Рабочий день у нас длился вот в течение месяца 20 часов. Вот эта напряженность, конечно, давала очень серьезные сбои на нас. Тот, кто боялся, те быстро умирали, а кто не боялся, те не умирали. Авария на Чернобыльской АЭС – крупнейшая в истории атомной энергетики. Радиоактивное облако накрыло площадь примерно в 56 тысяч квадратных километров. В зоне поражения оказались около 3 миллионов человек. То, что может быть мирным, мирный атом – это одно. И вот этот мирный атом, когда выходит из-под контроля, то получаются вот такие беды. И мы сегодня это вспоминаем, потому что это стоит жизни людей. Это случилось в том далеком 1986 году. И то, что было мирным, что давало нам такую пользу в виде электричества, оно превратилось вмиг вот такую беду. Память погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС почтили минутой молчания. После участники митинга возложили цветы к памятному знаку. Дарья Борисова, Алексей Курский, телеканал ЛРТ. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.